Паш, давай. Длинное продольное движение. Да, вот вверх-вниз, да, вбок, вниз-вверх. На мастер-классе, который проходит в рамках фестиваля канистерапии, рассказывают, как постепенно, шаг за шагом, друзья человека совершают настоящие чудеса. 15-летний Паша Грейлих за 4 года сеансов канистерапии преобразился на глазах, стал более подвижным, жизнерадостным и коммуникабельным. Подружиться с собакой-лекарем для Паши было настоящим испытанием. В раннем детстве мальчика с синдромом Дауна покусала бродячая дворняжка. Сейчас это все, это такая любовь, это же они... Это надо просто видеть. Они целуются, обнимаются. Собака, она вот для вот Паши, она позволила расширить этот вот круг эмоциональный, что ли. Этот метод реабилитации детей с особенностями развития относительно новый, но набирающий популярность. Эффект от канистерапии наступает не сразу. Это кропотливая работа, говорят организаторы фестиваля. Здесь собрались те, кто понимает, как важно развивать это направление – психологи, дефектологи, родители и хозяева хвостатых лекарей. На семинаре рассказывают, как подобрать собаку для канистерапии, какие породы больше подходят для этой миссии. У меня в семье особый ребенок, вот, сестра, и... Как раз-таки собаку мы недавно завели, и вот уже видно, насколько эмоциональный фон у ребенка изменился. Вот, то есть это большая открытость к людям, мотивации больше. Для Перми это первый фестиваль канистерапии, но его инициаторы из общественной организации «Счастье жить» и благотворительного собачьего театра обещают, этот веселый и полезный форум обязательно состоится вновь. Евгения Караксина, Иван Худяков, телевизионная служба новостей.